Про це, зокрема, так само пише і Американський інститут вивчення війни, а ще там все ж таки констатують, що станом на зараз росіяни таки почали великий наступ в Луганській області. Вони задіяли частини фактично трьох великих дивізій російських. І я би хотіла зараз детальніше пройтись по карті. От, зокрема, говориться про те, що найкритичніша ситуація в районі Кремінної і війська, які оточують, російські війська, які намагаються наступати навколо Сіверська. От ми зараз показуємо те, що відбувається. От я би хотіла детальніше проговорити, що відбувається безпосередньо біля Кремінної, наскільки там вони просунулися. Кремінную вони підготовили к обороні. Спочатку підготовили к обороні. Напитали этот населений пункт, гарнізон этот військами, в основному мобілізованими, лінійними військами. Тобто, дійсно, там є полки стрілкових дивізій в самой Кремінной. Они ее проминировали с направлений наступления нашего со стороны Червонопоповки. Мы с севера, с запада пытались наступать. И с юго-запада со стороны Белогоров. То есть с этих направлений они это все проминировали, а сами пытаются, вот очень хорошо виден язык такой от Кремінной в сторону Торского, в сторону Торского на Лиман. Вот они пытаются выйти на реку Жеребец в район Торского, и здесь они остановлены. То есть эти попытки сейчас действительно есть. Попытки как-то обойти нашу линию обороны в районе Торского, там южнее чуть по лесам, севернее не получается. Там река Жеребец, она запружена, там сеть, а здесь вот хорошо на карте видно, сеть озер, там сложно обойти. А вот чуть южнее будут пытаться, по крайней мере, выйти на лиман. Хотя тут же, как только начинается движение российских войск с востока на запад в районе Кремінной, они тут же получают удары фланговые и с левого, с правого фланга, с севера и юга наши войска их поджимают, купируют это движение. Вот такой танец происходит практически каждый день в районе Кремінной. Увеличить давление они просто не могут даже за счет своих же минных полей, так как они при обороне, им пришлось их в довольно-таки большом количестве наложить, и здесь уже сами себе создали проблему. А вот у нас, как только станет погода, уже морозная погода подсохла и проморозилась почва, там очень сложная, там сложные грунты. Это уже пойма реки Красной. Река Красная делит как раз Кремінную пополам и впадает в Северский Донец. Там такие болотистые, водянистые грунты. Ну а когда они промерзают, то как раз для техники неплохой ход. И с минированием по морозной земле довольно-таки сложно, потому есть определенные моменты по разминированию. Наши войска, мы пойдем. Как только у них закончится запал наступательный в сторону лимана Торского, наши войска начнут двигаться как раз и с юга под Кремінную, и с севера, севернее Кремінной. А вот район Белогоровки, если чуть южнее, Белогоровка — это на правом берегу Северского Донца, это восточнее Сиверска, это как раз тот плацдарм, с которого мы будем продолжать движение в сторону Лисичанска. И там уже наши подразделения подошли к Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. Мы сейчас отрабатываем по нему, так как там находится военный объект, российские войска. И работаем по объектам в самом Лисичанске, армейской артиллерии. Мы достаем. Потому здесь также россияне пытаются нас отодвинуть, отжать от Лисичанска, но сами по себе находятся в очень неудобной позиции, так как за ними находится Северский Донец. То есть они нашими подразделениями прижаты к Северскому Донцу, сами же перебили в свое время между Северодонецком и Лисичанском мосты, то есть через Северский Донец. И в принципе они понимают ущербность своего положения здесь. Потому скорее всего, как только начнутся движения под Кремінной, для того, чтобы удержать линию фронта, начнется движение из Белогоровки в сторону Лисичанска. Я думаю, это будет в начале марта.
Зрозуміло. Щодо Бахмуту, ми бачимо, що впродовж останніх днів вдалося їм прорвати частково, принаймні про це говорять аналітики, нашу оборону в районі Благодатного. Крім того, так само по карті Deep State видно, що чуть трохи вони просуваються в районі Красної Гори. Ну, а якщо говорити з півдня, то все ж таки намагаються рухатися до Часового Яру, тим самим з усіх сторін фактично тиснути на наше угрупування в районі Бахмута. То що зараз там відбувається, настільки загрозлива ситуація? По северу Бахмута, в принципе, контролируемая ситуация. То есть северо-восток из Бахмута выходит река Бахмутка, левый берег реки – это превышение, и там как раз россияне остановили. То есть со стороны Красной горы, а северо-восток Бахмута. Наши войска, наша артиллерия не даст подойти к трассе на Славянск россиянам. Да, они пытаются как-то обойти. Языки их наступления, вот здесь, кстати, хорошо видно, вот эти, когда красные вот эти движения россиян, но они тут же попадают под наши фланговые удары, и мы отсекаем, переводим в режим оперативного окружения вот эти части, которые пытаются, по крайней мере, окружить или выйти на трассу, на Славянск, на Славянскую трассу. И уже тогда у россиян возникает большая проблема, как выходить из оперативного окружения. Это постоянные такие действия в районе севера Бахмута происходят, в районе Красной горы. Я думаю, будет после получения техники, здесь уже нужна тяжелая техника, после получения тяжелой техники здесь будет выровнена линия фронта, зачищены вот эти языки до уровня, как минимум, реки Бахмутки. То есть удержим этот рубеж по реке Бахмутке. Южнее Бахмутка сложнее ситуация. То есть здесь проблема чуть больше, чем по северу, так как северное движение на Славянск, оно не так постоянно. Нам в основном нужно вот это юго-западное трассы, которые проходят как раз через Часовьяр. А вот язык, который вытянулся у россиян к Часовьяру, вот он опасен. Он будет опасен, если они пересекут трассу с Константиновки на Бахмут. Вот они подошли к ней, там на несколько километров уже. То есть есть прямая видимость у россиян, и они контролируют армейской артиллерией эту трассу. Но сама трасса нашими войсками используется как рубеж обороны. То есть ее удерживают, саму трассу. По ней движения, конечно, никакого нет. Помимо этой трассы есть еще несколько сообщений, несколько логистических цепочек, связывающих бахмутскую группировку с Дружковкой, Краматорском и Славянском. Но, тем не менее, это здесь вот этот показатель, Часовьяр. Дело в том, что Часовьяр как раз находится на том превышении, которое начинается за Бахмутом, западнее Бахмута. По карте ВСУ очень хорошо видно, как раз вот Часовьяр — это превышение. Потому его ни в коем случае нельзя к нему подпускать россиян. Вот мы сейчас их удерживаем на этой линии, на этой дороге. И я думаю, там они останутся. Так как если они выйдут на Часовьяр, вот тогда уже надо будет принимать решение по выводу гарнизона из Бахмута. Это уже будет проблема для бахмутского гарнизона. Но пока они вот на этой дороге, к этой дороге даже не подошли вплотную, проблем никаких для бахмутского гарнизона нет. И сам Бахмут очень хороший рубеж обороны. По крайней мере, левая часть, левый берег реки Бахмутки, часть Бахмута на левом берегу реки Бахмут.